Стала известна причина расстрела семьи в Харькове. Убийство совершил друг семьи и, как он сам признался, совершил его из мести. Это произошло накануне. Соседка заметила окровавленное тело на балконе и вызвала полицию. В квартире оперативники обнаружили тела мужчины и женщины, а также раненую 13-летнюю девочку. Именно она опознала убийцу. Подозреваемый одолжил погибшему 200 тысяч долларов. После очередного конфликта он взял оружие и поехал к должнику. Его задержали. Через 2 часа после убийства в машине нашли 200 тысяч долларов, 50 тысяч гривен и гладкоствольное ружье, карабин, а также пистолет. Все было зарегистрировано.